жизненно. Все, ребята, вы молодцы, я молодец, я ваш герой, поставьте мне памятник, поставьте там, принесите тортик заодно. Ой, принесите тортик из строителя хорошего, ладно, а то я еще где я. Всем привет, меня зовут Надежда Шмахина, продолжаем проходить гипногогию. Так, мы... Где-то в лаве. Где это в лаве? Мы где-то в лаве. Ты кто? Здрасте. Привет, привет. Кричи погромче. Сигнал, который всегда опускает это место вниз. Чего? Чего ты хочешь? Просто сюда упал? Ну что ж, у нас есть пустая вакансия. Как насчет собеседования? Так, иди туда и попытайся сделать лучшее впечатление для очень занятых встреч. Я скоро подойду. Мой босс Чет будет на хвосте весь день, давая всякие отчеты с новой социальной, с новой соцсетью. Хочешь, иди поговори с ним. Он там наверху, в нашем офисе. Ведет себя как какой-то безумец. Теперь дай мне пространство, окей? Ясно. Я попала в какую-то корпорацию. Любая корпорация — это ад. Забавно. Блин. Любая корпорация — это ад, и я в нем. Где я? А, где я? Где я? Здесь сигнал с тремя разными направлениями. Так, что-то там написано. Западный путь охрана. Северный. Телестар, Гео, Сео. Сео саммит. И колл-центр. Я не знаю, куда я хочу. Я хочу в колл-центр. Не, в колл-центр не хочу. Сел тоже не хочу. Ну ладно, где там охранники? Это чё? Здесь металлическая решетка. Наверняка записка. Сплю! Проваливайте. Связываться по телефону, если что-то не так. Возможно, я всегда могу вернуться попозже. Ладно. Вон там что-то светится через весь экран, значит, мне туда. Там деревья горят. Нормально. А чё, там что-то рушится за мной, что ли? А, и правда. Куда я там иду? В колл-центр? Видимо, все в колл-центр только так и попадают. Так попадают, а обратно выхода нет. Адская работка. Бедолаги. Хочешь себя за ножку пощекочу? А что ты светишься весь? А, ты как раз и есть Чет. Да-да, что ты хочешь? Почему ты не говоришь? Почему ты не принимаешь никакие звонки? Ты же теряешь продажи и деньги, ё-моё. А, подожди-ка, ты должно быть новый работник в SEO. У тебя... Ты опоздал на 2 минуты на свое собеседование. Ну, понятно все с тобой. Это очень важная позиция в нашем телемаркете. Одна из главных роелей. Не теряй мое время. Если ты настроен серьезно на эту работу, так что иди поговори с SEO на собрании. Мы там тебе все расскажем. Найди нашего охранника Хеклера. Должно быть, он где-то ходит, что-то хочет. Он немного странный. Удачи. А с вами поговорить вообще нельзя, да? Ну да. Примерно так я себе представляю ад. Из категории «я сделаю все, что угодно, чтобы не работать в таких местах». Так, опа, опачки. Так а чё, мне надо, видимо, поговорить с охранником, да? Вон, мне горит, значит, не туда. Мне горит, значит, не сюда. А, мне все пропустили. А чего? А чё, тут прям какой-то платформинг. Я думала, игра попроще.
А тут какой-то платформер. А ты и есть, что ли, охранник? Такой круглый, ушастый. Здравствуйте, я приехала. Не сказали к вам подойти. А он спит. Ты что спишь? А он улыбается. Это же улыбка или глаз? Это что вообще? А ну не спать! З-з-з. Он спит? Что ты хочешь? Хочу ударить. Ты бьешь его, чтобы он проснулся. Это ничего не делает. Раздеться. Ты даешь ему хороший нукш. Чё? Ты кто такой? Что вообще ты делаешь? Я тебе сейчас это... ноги оторву. Я не могу поверить, что ты меня разбудил. Я должен был уже крутиться отсюда, а ты... или убивать всех из своего глазного лазера. Подожди, ты же должен быть пойти в SEO, да? А, ты похож на раздражающую муху, с которой ничего не могу сделать. А тебе повезло, что я через третий страйк смушу нового этого... через... А, типа, если новый работник получает 3 выговора, то он его колотит. Это делает меня злым. Так что иди пересеки мост. Быстрее иди, пока не придумал. И сделай так, чтобы я тебя не увидел снова. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он спит, я иду все. Стой! Я, ну, Сио тоже такое себе работу, конечно. Не для меня. Чуть лучше, чем колл-центр, но все еще не особо. Ага, не сюда. Это телепорт, что ли? Я бегу работать в вашем SEO. У вас тут все рушится. У вас тут все ненадежное. Слышите, пацаны? Ребята! Ты что на меня смотришь? Ты кто? Ты снова. Ты добежал сюда, типа, с целыми ногами и руками. Ты должно быть большой человек. А, нет, большой человек ждет тебя наверху, новичок. Я упорно работаю и хочу тебе сказать, что ты недостоин меня. Тебе не стоит рядом со мной ходить. Давай такой договор. Я знаю, что ты трекишь сюда, так что я помогу тебе выйти. Путь очень длинный. Если хочешь, я могу тебе показать путь на гору в спешке. Никаких стрингов не жмет. Особенно, возможно, маленько чуть-чуть стринги на твоей душе. Чё хочешь? Хэк ес, ладно. Хороший выбор. А, да. Что-то свежая душа прямо здесь. Я подписала продать свою душу за стринги, походу. Ты куда? А я куда? Ну ладно. Это типа, чтобы я не разговаривала, с кем попал, да? О, так! Ни хрена ты, босс! Ну ничего себе! Кто приперся в мою лава-ванну? Типа, как вот, джакузи? А, ты чё хочешь? Ты должно быть новенький. Ищешь какого-то чего-то, что... Можешь передать полотенчика? Welcome, welcome. Все, что ты видишь, это мое. Все это мы зарабатываем, да-да. Ты, должно быть, слышал про то, что мы смотрим, ищем нового телестар-интерна. Ты думаешь, что я воняю? Не, я ж тут сижу в ванной. Иди посмотри, есть там что приличное. У нас тут небольшая работа для тебя. Ты видишь, мои работники дураки, да и только. Иди найти стокхолдер Чет, это который в этом... в колл-центре. И он тебе расскажет, чего, кого, куда. Он нажимает там кнопки, и это нехорошо. Мой охранник постоянно спит на работе. Он меня достал. Они оба уволены, капут. Смыты, уволены. Я даю тебе силу любви, иди уволь их. Сожги их, этих кретинов.
Вернись, когда все будет выполнено. Капичи? Капичи, а как мне выйти? Можно с тобой это? Не против? Ой, кайф. Что? Где? Ну, я жопу немного погрела. А как мне капиши? Капиш. Так, мне надо... Сказали, мне дали... Вот это я, конечно, хорошо устроилась. Я только пришла, мой первый день. Меня приняли на работу и сказали, иди увольняй. Я прям словно начальник резко, что ли? Ты кто такой? А, чего? Рационально. Импульсивная ярость? Не-не-не. Ярость, чего отстанет меня? Я пойду увольнять. Мне сказали увольнять, я иду увольнять. Блин, ладно, я пойду сначала уволю того, а потом вернусь и уволю этого. В тебя тоже уволю, будешь сидеть. Блин. Когда я всех уволю, я найму строителей, чтобы они построили тут нормальные лестницы. А то в джакузи позависать нельзя с боссом. Поэтому я просто зависаю где-то в лаве и все, заново бегай. Где вы, сволочи? Ну-ка, иди сюда. Слышишь, ты уволен. Мне наградили такой возможностью, тебя уволят. Слышишь, ты уволен. Вовремя. Мы тут эти... Носки были дропнуты. 0,01% с тех пор. А, как раз нам нужен SEO, чтобы решить следующий шаг. А, ты ведешь себя странно, чем раньше. Надеюсь, ты скажешь мне... Ты скажи мне, что я надеюсь, что ты знаешь, как плавать. Или что-то в этом. Имбецил. Ты готов начать ингиляцию? Чью? Да. Тогда начни, прежде чем наш call Black Lock. И мы тогда будем готовы. Хочешь работать с нами? А, что, в смысле? Хочешь работать с нами, но при этом любовь, какой-то спид. Нет, спид не хочу. И деньги. Ну давай, любовь, ладно, что там. Любить кого будет. Любовь, здесь нет места для любви. Ну, в смысле? Ты грязный крестьянин. Наша работа не создана для любви. Ты что, дурак? Ты провалил тест. А, надо, это тест, ёшкин. Тогда понял. Чего, мани-мани. Мани? Чё, не, опять не так? А спит это что? Я не хочу спит. Ну ладно. Да, энергия, чё-то какая-то хрень. Твой идеальный рабочий, чего, хектик. Хектик. Ну, те слова, которые я не знаю. А, где ты видишь себя через 5 лет? На пенсии, мертвым или на работе? На работе. My job? Чего? А, ты прошел тест. А я подумал, на меня ругается, что типа, мол, что это ты на работе хочешь быть? Тебе надо быть мертвым, ты уже должен работать настолько усердно, что ты должен быть к этому моменту уже сдохнуть. Так, найди пустой стол и приступай к работе. Ты уволен. Чего? Я уволен. Не смейся надо мной. Я не могу быть уволен. А у тебя нет авторитета. Как ты можешь вообще разбрасываться с такими вещами? Я работаю здесь веками, и я чего-то там бью идиотов. Микроменеджмент — это для безмозглых масс. А. Если я буду уволен, то ты отправишься в глубины отчаяния, прямо со мной. Видишь, у тебя нет силы здесь, червяк. А, я пойду твою силу всю сломаю. И ты будешь первый, кто окажется в листе на холодные звонки и лопатой будешь разгребать всю бумажную работу вечность. Ха-ха. Подожди, чего? Как? Ты не можешь это сделать со мной? Ты не можешь. О, меня все аплодируют. Это то, о чем мечтают все работники колл-центров. Жизненно. Все, ребята, вы молодцы. Я молодец. Я ваш герой, поставьте мне памятник, оставьте там, принесите тортик заодно. Ой, бля, принесите тортик из строителя хорошего, ладно, а то я еще где я.
А то я что-то постоянно проваливаюсь в ваши полы. Все, я пойду сейчас уволю этого второго. Ишь, он заставил меня работать. Ну и сейчас. Сейчас, конечно. Давайте, открывайте. Опять нужно прыгать. Что ты на меня смотришь? Это ты виноват. Я подскользнулась. Он стоит на меня, смотрит. Я подскользнулась. Я занервничала. Ну а что? Да ну куда ты? Да ну вернись. Поехали. Бум. Бум. Я тебя уволю. Я еду тебя увольнять. Слышишь, у меня тут власть. Эй, ты маленький панк. Я только проснулся от своего пересыпа. Из-за громких твоих скачков туда-сюда. Кто может кого-то там увольнять? Я сейчас забью. Ты уволен. Уволен? Я не могу быть уволен. Ты дурак. Сео будет заниматься проунсом, как серебряная тарелка. И уляжет тебя в землю. Это твой отчет, проснувшись меня от сна. Че, до свидания. Что с тобой? А что мне с тобой делать? Ты что, дурак? Ах ты! Ах я! Ну я его уволила, он сам там дальше все сделал. Все отлично. А где я? А нет, стой! Я всех уволила! Босс, я всех уволила! Можно повышение? Я это хочу себе повышение, личный кабинет, прибавку к зарплате, оплачиваемые курсы. Можно такое? Босс, я все сделал. А что, в этот раз я не могу продать душу, чтобы туда переместиться? Где ты? Еще разок продам. Да. Я продам душу еще разок. Моей души хватит на несколько перемещений. Здравствуйте, босс. Да, с возвращением. Ну что ж, ты не номер один, конечно, как работник, но ты в моем вкусе. Ты знаешь, если Чета Хеклер наполовину работали, как ты, возможно бы, мы тут не кончались, и все тусили бы в лаве. У меня есть множество планов на тебя, мой друг. Большой мир ждет тебя в моем Пакмуле. Пакмуле — это то, что у тебя там под лавой, может, не надо. Если ты будешь уборно работать, долго работать и никогда не сдаваться, то однажды ты будешь на другой горе также вот зависать. Чё скажешь? Ты в деле или нет? Да я откажусь. Ладно, я разочарован это слышать. А, я же сказал тебе, что ты не можешь отказаться. Я спрошу еще разок. Блин, ну я не хочу его увольнять. Ну ладно, ты уволен. А ты умнее, чем выглядишь первый раз. Ладно, я наделил тебя слишком большой силой. Ты можешь чувствовать себя влияние. И что-то люди... Тысячи миров и миллионы, миллиарды, биллионы людей хотели бы иметь это все. А ты просто все сломал. Ладно, это было весело. Теперь все, что у меня есть, оно твое. Не слишком тут зазнавайся, ладно? Иди своей дорогой, чувак. Ты куда? Ты чего? Ой. А я не хотела его убивать. Блин, его жалко. Нормальный чел так-то был. Я отломала! Я сломала, а тот замерз. Чел, что делать? Я сломала ад. Очень мило, очень мило. Никаких правил больше, слишком плохо. Я думаю, что вещи начали замерзать. Благодаря тебе. Ну, без работы мы теперь все.
Есть же у тебя привычка влезать в вещи, которые не надо. Разве тебе не сказал? Я знаю, что ты довольно занят. У тебя занятой график. А я не буду брать твой график. Ой, ну да, не буду отнимать твое время. Скажи мне, когда захочешь вернуться домой. А я что, могу выйти? Я разве могу куда-то выйти? Ну, у меня ад замерз. Ну, блин, чел, давай, вези меня домой. Я все сломала. Я сломала ад, ну, конечно. Подожди, меня дед отправил в ад. Я вернулась из ада. Дед! Я даже ад достала! Где ты? Я ад достала, а тебя уж тем более. Слышишь, дед? Ты от меня не скроешься. Все, поехали. Поехали. Поехали, я достану деда сейчас. Я его заколебаю. В ад он меня отправил. Из чего удумал? Он думал, отправил меня в ад, и все, теперь можно спокойно жить. Ну, как бы не так. Сейчас. Я тебя, дед, найду. Где ты, дед? Слышишь? Что это за зелень? Куда? Сирень какая-то. Дед! Вы там построили мост, Солчи? Подожди. А что все позеленело? А где клубничный кисель? А, дед что-то там это... Дед потеет. Дед, ты напотел тут! Ты напотел все водопады! Жесть. Воняет еще небось. Кошмар. Охреневший ты, дед. Я тебя найду. Сломаю тебе ноги. А куда все делись-то? Дед что-то натворил, он убил всех, что ли? Что происходит? Дед! Я отсломала, а теперь вернись назад. А, не, вот они все. А что вы стоите, смотрите? Что там? Что-то прикольное? Наконец-то! Эта херня будет моей. Что-то оно будет моей. Строй мост, говорит она деду. Они ждут, очень внимательно ждут. Дед, я вернулась. Дед. Он концентрируется. Не могу поверить, что я кинул себя в это все. Такая дурацкая карьера у меня. Я надеюсь, что ты сможешь подпрыгнуть и забрать эту дрянь. Чего-то скрывается гнилая идея. Возможно, стоит сесть и вернуть все. Шининганы какие? Мои старые кости уже не могут все это. Строй мост, твою мать! Дед, ты задолбал, мы тебя съедим. Ахем, да. Уже строю. Алла Казам. О, да наконец-то. Ты долгий, дед. Опа! Что это такое? Эй, это мой артефакт! Стой! Нет! Это на меня эта дурочка орёт. А я забрала. Слышь, птица, я тебе принесла. Ты довольна? Так, ты собрал первый кусок. Хорошо, очень хорошо. Существующие, как многие другие. Скажи мне, что тебе там как было? Что ты думаешь о других людях? Да, они милые. Милые. Такое простое слово описывает так много специй, так много особенностей, что не понять, правда это или нет. Ну, типа, Каин добрый. Да ладно, что этот... Главный босс ада был вполне себе неплох, правда, его... Это того. Они были добрыми, а я нет. Ну, ты какой-то наивный слишком. Создание показывали больше свою неадекватность, чем доброту. Тебе нужно улучшить свои какие-то качества. Ну, слишком рано судить, разве нет? Все, хватит говорить, иди, проваливай. Хорошо, иду проваливаю. Что там дальше?
Я сломала ад. Я сломала. Собака залаяла у соседей. Как она мне сломала? Опа. Так, у меня ад замерз. А это, чтобы оно не было, оно сейчас еще и высохнет. Это что такое? Это что такое? Опа! Ни хрена! Кайфово. Чел, ты Гоги, да? Неплохо. О, привет! А, так здорово бежать вместе. Это место такое мокрое и странное. Повсюду странные создания, которые говорят на странном языке. И я вижу большую воду, водную вещь тоже. Надеюсь, что осколок где-то там. Помни, что реально забрать его как можно быстрее. Все, веселись. Веселюся. Люся, веселюся. Я веселюся! Это что такое? Мне кажется, мне не надо воронку. Красивенькое место, красивенькое. Да можно? Зеленый, зеленый. Тут еще какие-то ключи искать. Ну ни хрена себе. А там кто-то стоит, что ли? Да, вон какая-то змея едет. Ты куда, змея? Дай поглажу. Ты что такое? Слышишь? Отдай. Куда ты едешь? Отдай. Слышишь? Подожди. А, мне переводчик. Мне нужен Google переводчик. Google переводчик. Google переводчик. Что ты сказала? Куда ты меня послала? Я ж не этот, не Гарри Поттер, блин, змей, понимаете, что это такое? Так, что-то, что это такое? Забрать? Да. Потрогаю. Ничего не случилось. Да я и змею потрогала, ничего не случилось. Вон там что-то происходит. Не туда. Я бегу, я бегу, я бегу. Че это? А, я не понимаю. Чего? Как надо найти и коммуницировать с ними? Я не знаю, может дать им по морде? А че, тут ничего нет. Я туда не попаду. Как мне с вами, сволочи, говорить? Там что-то вот ползает. Ой. Да нормально. Вон, что-то горит, меня ждет. Надо это потрогать, и оно со мной нормально все заговорит. Так. Потрогать еще разок. Что-то платформа куда-то поехала. Вместе со мной поехала куда-то платформа. Что это такое? Что ты делаешь? Ты что, лифт? Ты меня катать будешь? Неплохо. А чё тут меня это? Блин! Едите, это платформер. Ёкарный свет. Отстой! Остановись. Это они там с визгом летят. Я застряла, ну почему я застряла? Почему, 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 почему? Я, у меня все нормально, нормально? А тут я застряла. Во-о-о-о, я дошла. Другой объект. Что, потрогать? Да-да-да. Что-то происходит. Ты чувствуешь себя тихо. Он куда-то исчезает и перемещается в твой разум. Вот что, это поезда у них? Я теперь могу говорить? Я понимаю теперь вас. Подожди, стой. Слышишь? Погоди. Я тебя за хвост укушу. Стой. Я тебя понимаю? Я тебя понимаю? Я тебя понимаю? Извините, я сегодня очень занят. Пойдите в другой день. А, я сделаю то, что делаю. Примите мои извинения. Мне нужен трежер Силус, если ты понимаешь. Он должен где-то тут. И что-то хочет он. Прощай. Да ёкарный свет. А там надо, видимо, поговорить с кем-то высоким. Вот да-да-да. А Силус это кто?
Опа. Опа. Оп. Опа. Опа. Я вас понимаю теперь. А, да-да-да, я теперь вижу. Ты вернулся со знаниями, которые в тебе родились. Я змея по имени Альтес. Я контролирую всю эту воду. А, добро пожаловать в эту землю в кармане, которую мы называем нашим домом. Вот тебе слайс пиццы, будь счастлив. Так, скажи мне, маленькое существо, почему ты тут, блин? А, мне нужен Дримшард. А, Дримшард, да-да-да. Это имя, которое Вагиля, фамилия. Прости меня, моя память не очень хороша. А, мы тут так давно. Эти фрагменты что-то падают и падают, и мы уже тут ломаются. Где-то в воде, короче. Ты можешь быть в беде, найди чего, кого. А совет дай мне. А, совет. Ну, короче, совет. Не знаю, жри пиццу. Этот мир водный, тут experience, force, существует только когда ты точку найдешь, сделает какой-то прогресс. В реальности эти силы – продукт твоего создания. Сознание, создание. Твоя, наша персональная роадблок. Ага, ага. Ну скажи мне, что там надо? А, конечно, конечно, иногда мы с ума сходим, потому что мы змеи. Вон, держи эссенцию фрагмента, который ты видишь, живущий в водах. Там путешествуй туда-то, туда-то. Найди Силус, а где Силус? Опять не Силус, а кого-то показывают. Силус, где? А где Силус? Обычно у меня все повсюду моргает через карту. А где Силус? Силус! Найди Силуса. Кто такой Силус? Так, я нашла стену этого всего. Нифига себе. Что это? Что это такое? Что потрогать? Я что-то потрогала. Новая часть чего-то. Новая часть чего-то. Я что-то потрогала. Где Силус? Силус. А где? А вон еще что-то можно потрогать. Ты что такое? Силус? Укстрис, богиня страха. Мне такое не надо. Мне нужен Силус. Подожди, а может это я вот тебя нашла? Ты, может я тебя нашла? Слышь? Может поговоришь со мной? Что-то собери и будешь вознагражден. Да мне не надо это все. Где Силус? Где Силус его... Хотел сказать, черт за ноги, но какие у него ноги, он же змей. Тут есть не змеи, что ли? Там зеленая хрень, сюда не попасть. Мне нужен вот тут как кто-то, кого-то, по-любому, да? Понюхать хвост? Не нюхаю. А там еще какой-то ключ. Че это? Розовый. Розовый подводок. Блин, да и че? А где? Где кто-нибудь? Вот, что-то красное. Может, тут что-то красное от красного до красного? Вон там что-то светится. Светятся и куски. Трогаю. Что ты нашла? Да я не могу с ней поговорить. Дагариус. Да блин. Найди все, будешь вознагражден. Да я не могу без Силуса. Она же сказала, Силус мне подавай. А может надо? Может еще раз с тобой поговорю, если что. Так, могу систерировать. А, вот возьми зеленый ключ. Спасибо. А что ты раньше-то не давала? Тю. Я думала, что мне нужен Силус, чтобы у нее получить ключ, а она так отдала. Ну ладно, я чё против. Так, ты открыл. Я открыл, да. Шлеп-шлеп. А, ты есть небось Силус, да? Ты кто? Нет. Какая-то хрень. Привет, малыш. Я понимаю, что тебе нужна вода. В смысле, я тут ее недостаточно?
А, в зеленом рефлексирующем бассейне. Конечно, конечно. Но ты не из этого мира, поэтому вода не пойдет. А, чего-то вода должна доверять твоим шагам. Если ты разрешишь мне спросить, тебе, задать тебе вопрос. А, какая страна настоящая? Который дом? Это очень мудрый ответ. Дом — это что-то, что сделает тебя... Пожалуйста, иди, прими, чё-то кого-то прими. Чё-то ты мне дал. Я правильно ответила, да? Я в ванне сижу? Ты помылся. Светишься. Спасибо. А дальше ты чё? Я помылся, я свечусь. Чё дальше? Ты помылся в воде, и теперь можешь идти в красный бассейн. Возьми красный ключ. Мне что, в каждой воде помыться? Ой. Носом стену понюхала. В каждой воде надо помыться. В каждой воде нужно посидеть. Я не знаю, вы радугу из меня хотите собрать? Странная вещь. Откройте. Ты открыл, я открыл, да. О, тут красная вода. Классная. Отсчеток. Ой, кажется, я не то делаю. Кажется, я все еще не то делаю. Блин. С тобой теперь поговорить, да? Да-да-да, что хочешь? Я очень занят тут. А, извини. А, ну ладно. Потрогай священную воду. Теперь уходи. Я трогаю. Потрогай, да. Я всю воду потрогаю. Потрогала воду. Нормально? Да-да-да-да. Используй бассейн. А, скажи, какая... Цель, видимо, принесла тебя в эти земли. Характер. Характер. Это то, что отделяет тебя от дров. Ну, конечно. Где я с характером, а где дрова? Вы что, издеваетесь? Иди, говорит, помойся, пока не поменяла свое мнение. Все, я помылась. Нормально? Так, у меня нет никакого тебе никакого дела. Проваливай. Проваливаю. Не знаю, что на себе за воду я собираю. Так, а дальше-то куда? Куда мне идти? А, с тобой поговорить. А, маленький путешественник наконец-то вернулся. Вижу, что ты что-то собрал всю воду. И что-то с твоей силой. Возьми и вернись домой. Вот, держи. Вот было отличное путешествие. Мы надеемся, что мы снова увидимся однажды. Правда? А вы что происходит? Ай-яй. Я. Это теперь похоже на миксер, где я просто змею засосал. А мне что, туда? Где я? Я в каком-то аду очередном. Глубоко непонятно где. Ну, а на этом я буду заканчивать. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарий. Всем спасибо, всем пока.